В рядах преступного сообщества города Соловецка, похоже, началась чистка рядов. В городе появился жестокий высококлассный киллер Шуба. Котову удается вовремя обнаружить его и таким образом спасти очень важного для следствия человека. Есть версия, что один из крупных мафиози города решил податься в большую политику и, чтобы обелить свое прошлое, приказал убрать своих прежних подельников. Перед Котовым встает необычная задача – спасти одних преступников от других. В его хитроумно расставленную ловушку попадает вор-рецидивист Болт. Данный вор-рецидивист даже дает признательные показания. Котов работает практически круглосуточно, ведь параллельно с текущими, точнее пока висящими уголовными делами, он, внедряясь все глубже в местную мафию, ищет ответ на вопрос –